つら。おい、まだ試合終わってねえぞ。ほら、機嫌直して。こいつら腹減るとタトゥーみたいになるんだ。ほら、スニッカーズ。どう？うん、お腹が空いたらスニッカーズ。バトン。Всем привет, с вами Мира, и сегодня мы поговорим о шоколадном батончике Сникерс. Большинство из нас знакомы с ним всю жизнь, и раз уж он нам так хорошо знаком, то наверняка мы сможем сказать, как он пишется. S-N-E-A-K-E-R-S. Верно? Неверно. Это кроссовки. Damn, Daniel. Большинство слов, которые заканчиваются на ER, образованы от глагола. В данном случае это глагол to sneak, что значит красться или подкрадываться. Сникер же, который батончик, пишется через IC, и так он тоже заканчивается на ER, он образован от глагола to sneaker. To sneaker значит хихикать. Однако не спешите использовать его в своей речи, поскольку чаще используют слово giggle в значении хихикать. И тут должен возникнуть вопрос, какое отношение слово «хихикать» имеет к шоколадному батончику? И самый простой ответ будет никакого. Просто Франклин Марс, основатель компании Марс, который принадлежит сейчас на данный момент практически все шоколадные батончики и практически все корма для животных, назвал шоколадный батончик в честь своей любимой лошади. Здорово! Но что вы еще ожидали от человека, который сделал названием компании свою фамилию? По крайней мере, он ей же не назвал сам батончик, верно? Ну да ладно, возвращаемся к слову sneaker. Если убрать у него первую S, то у нас получится другой глагол, а именно knicker. И слово knicker снова возвращает нас к лошадиной теме, поскольку knicker это... Ну то есть, по сути это значит немножечко ржать, да, относится исключительно к лошадям. Вот. Значит, перевести это можно как ржать, но имейте в виду, что ржать громко, ну то есть примерно вот так. Это будет глагол neigh. И последнее слово, которое мы сегодня возьмем, у нас происходит от глагола knicker, если мы уберем оттуда окончание er. Давайте взглянем вначале на значение knick в качестве существительного. Это небольшой порез или зазубрина. Соответственно, что значит глагол, уже нетрудно догадаться. Это порезаться или сделать зазубрину. Чаще всего это слово используется именно в том примере, который дан. Я порезался во время бритья, или он порезался во время бритья и так далее. Ну и в британском сленге это значит украсть. Итак, делаем мнематическую цепочку. Берем глагол to sneak, красться. Превращаем его в существительное, sneakers, кроссовки. Заменяем EA на IC. Получаем название батончика. Убираем окончание S. Получаем глагол to sneaker, хихикать. Но сами его никогда не используем. Вместо него используем giggle. Убираем глагол sneaker первую S. Получаем глагол knicker, что значит ржать тихонечко. Если громко, то глагол neigh. У глагола knicker убираем окончание ER. Получается глагол to knick, несерьезно резаться. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Делите видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся!